Всем привет! Отличная новость. Мы не так давно получили огромную поставку Мейха. Всеми любимые коробки. Много нового, много старого, полюбившегося всем. Отдельно про каждую коробку бессмысленно снимать видосы. Это очень-очень долго, много времени. Но есть то, что хочется отметить особенно. Это, так сказать, возвращение легенды. В продажу снова вернулись мейховские ликвид-паки, причем сразу в трех размерах. Это большой, средний и самый маленький для самых маленьких. Я не думаю, что нужно много представлять эти коробки. В принципе, все, кто давно занимается рокфишингом, и так прекрасно знают. Большинство имеют эти коробки в своем арсенале. Но для тех, кто еще не в курсе, кто не пользовался, кто только начинает готовиться к первому в своей жизни сезону и пытается понять, как ему вообще хранить свои приманки, расскажу вот об этих офигенных коробках. Для чего вообще нужны? Liquid Pack называются, потому что, собственно говоря, для хранения жидкости. Они герметичны, из них ничего не вытекает, не протекает, никуда не течет там вам в сумку, в коробку. Что в них хранить? Многие знакомы с такими приманками, как имитация нериса от тех же компаний Berkley, Maracu. Это съедобная морская резина, которую нужно хранить в жидкости, в аттрактанте, для того, чтобы она не высыхала, сохраняла свои свойства и продолжала ловить рыбу. Так вот, очень много перепробовано различных способов хранения. Можно, конечно, хранить в оригинальной родной там зипке или в оригинальной родной коробке, но это не всегда удобно. И плюс целлофановые зиплоки, в которых продается эта резина, они зачастую протекают, резина высыхает, и вроде как ты всего месяц не был на рыбалке, приезжаешь, а у тебя уже кусок сухарика, который очень сложно вернуть к жизни. Мейховские ликвид-паки как раз для этого. Идеальная коробка, достаточно вместительная, причем что большая, что самая маленькая, вместит в себя достаточно много резины. Кто ловил, знает, что в принципе разных производителей вполне можно съедобную резину хранить в одном аттрактанте от того же Maracu. То есть попереливали там достаточно себе жидкости, смешали всю резину. Если она съедобка, она обычно не красится, друг друга не повреждает, не растворяет и не плавит. Отдельно стоит сказать, что это не дешевые коробки, но те, кто прошел уже этот путь перебора там различных боксов для хранения своей резины съедобной, те прекрасно понимают, что лучше один раз заплатить за Мейха, чем постоянно потом стирать свои сумки, стирать свои вещи от аттрактанта, который достаточно въедливый, достаточно мощно пахнет и достаточно легко портит и одежду там, и вещи. Коробка очень удобная, у нее достаточно узкое горло, достаточно широкая сама коробка, то есть ничего из нее не проливается, из нее удобно брать, в нее удобно переливать, класть. И она достаточно компактная, она очень плоская, то есть это невысокая какая-то банка, которую неизвестно как и неизвестно куда приткнуть. И очень удобно положить практически в любой бокс, в любую коробку, в любую сумку. Можно, в принципе, даже носить в кармане. В общем, если вы готовитесь к сезону и еще не знаете, в чем будете хранить свои приманки, советую настоятельно обратить внимание на ликвид-паки от Мейха, потому что количество их строго ограничено. И в довершение сейчас на сайте на них очень хорошая, выгодная, приятная цена. Поэтому проходите, смотрите, заказывайте, пользуйтесь. И всем ни чешуи, ни хвоста.